Никаких досрочных каникул и новых ограничений из-за пандемии. Так коротко можно охарактеризовать брифинг по эпидемической ситуации, который состоялся в правительстве региона. Но обо всем по порядку и прежде всего об актуальной статистике заболеваемости. Шаблонная фраза, которую мы используем для ковидных сводок: на момент подготовки выпуска новостей в регионе выявлено 93 новых случая заболевания COVID-19, уже утомила многих телезрителей. Да и под подписью брифинга по эпидемической ситуации в области больше дизлайков. Но можно сколько угодно злиться и роптать на губернатора, Роспотребнадзор, медиков. Действующие ограничения, ситуация не изменится. Если ходить без маски, сжаться к соседям по очереди, вирус победить не удастся. В наших силах постараться эти риски минимизировать. В наших силах, я имею в виду всех тех, кто живет, работает и гостит на территории Мурманской области. И для этого нужно соблюдать очень простые меры предосторожности и безопасности. Давайте мы все на это обратим особое внимание, для того, чтобы не понадобилось вводить какие-то ограничения, как это было весной и летом текущего года. Рейды по контролю того же масочного режима будут организовывать чаще. Но каждому контролеру не приставишь, поэтому Мурманская область готова к разным сценариям развития пандемии. Участники брифинга подчеркивают, в случае ухудшения эпидобстановки коек в больницах хватит на всех. А вот дополнительных ограничений не будет. И даже школьники не уйдут на каникулы досрочно. Некоторые классы, как, например, в 7-й гимназии, закрыли из-за сезонной вспышки ОРВИ. Мы не видим необходимости какие-то ограничения вводить. Мы видим лишь необходимость ужесточать контроль за соблюдением введенных уже ограничений. Поэтому много вопросов и в социальных сетях, и в обращениях, в том числе на горячую линию, идут на предмет школьных каникул. Значит, никаких планов по досрочным школьным каникулам их нет. То есть мы не планируем это делать. Более того, благодаря введенным фильтрам, санитарным фильтрам в учебных заведениях, нам также удается пока обеспечить там достаточно стабильную ситуацию. Когда-то коронавирус был лишь эхом, страшилкой, разнесшейся посредством массовой информации. Болезнь многие верили с трудом, спрашивая друзей и знакомых. А вы знаете тех, кто болел? Сейчас, когда некоторые из близких перенесли корону, а кто-то, увы, уже не выдержал тяжелой болезни, рассказы о масштабах трагедии уже не кажутся выдумкой. Летальных исходов у нас хоть немало, 218, но это меньше, чем показатель в целом по Российской Федерации, уровень на количество заболевших. И показатель гораздо ниже, чем по северо-западу. Если мы говорим про темп регистрации заболеваемости, он достаточно небольшой, вырос на 0,6%. Мы уже сейчас говорили о том, что наша система здравоохранения полностью готова для приема больных. А вот мобильный госпиталь в Мурмашах планируется свернуть в ближайшее время. Медицинское оборудование будет распределено по лечебным учреждениям региона для наращивания их мощности в борьбе с коронавирусной инфекцией. Сама конструкция будет сохранена и в случае необходимости сможет быть использована. Немалую надежду на спад заболеваемости дает и вакцина от COVID-19. Пока в регионе привили от коронавируса только врачей, работающих на передовой борьбы с болезнью. Что касается меня лично и прививки, я считаю, что прививку нужно делать. Перед тем, как прививка была поставлена на территории Мурманской области, на этапе тестирования этой прививки в рамках исследований, ваш покорный слуга в Москве эту прививку сделал. Чувствую себя хорошо, без каких-либо последствий. И только после этого мы, значит, запросили прививки на территории Мурманской области. Поэтому очень надеюсь, что и те, кто прививается, тоже никаких последствий для этого иметь не будут. 5 октября в Мурманской области начнется второй этап исследования среди населения региона на популяционный иммунитет к вирусу. На первом этапе в августе в анализ исследования были включены данные от 3117 человек. Кровь сдавали и дети, и взрослые.